Всем привет, меня зовут Дмитрий, это канал Код ТВ, и сегодня мы познакомимся с новым ивентом, событием Тень Древности. Катерина из гильдии Искателей Приключений, похоже, не может справиться с некоторым поручением. Возможно, она неплохо вас вознаградит за помощь. Так, что тут? 30 ранг и незыбленный бог. Тень Древности. Угу. Так, ну, сюжетку надо полностью, ребят, как я и говорил до этого, всегда просто полностью сюжетку выполняйте обязательно. И сюжетку с Баала, вообще всю еще сюжетку выполните. Вот, ну это уже так, лирика. Осознаю точно, что есть люди, которые будут задавать вопросы на эту тематику, они мне не очень-то и нравятся. Так. Идем мы к Катюхе. Что же она нам скажет? Здорово, Катюха. Давай, ближе к делу, Катюха. Нас лезть не это. Не возьмешь. Нас возьмешь морой. А лучше примагемчиками. Грязь воздам и к бездну. Так. Ага. Ага. Тайное местечко. Кстати говоря, возможно, вам придется не только сюжетку пройти, но еще и вот этот долг-квест, который здесь находится. Че ты стоишь? Я тебе по ножкам, да? Куплю. Когда ты меня вела дорога приключений, а потом мне распилили колено. Да, ульта-то будет сегодня? Джинчик. А, все, он сел на жопу и все, да? Вернитесь к Катерине. Так. Фига себе, он там отрегенился, конечно. Не, ну мы его, конечно, сколько хочешь можем бить. От хила и урона-то у нас достаточно. Странный руинный молотильщик. Распоясите хуесисина. Так, где ты там, висин? Пес ебаный. На смерть нас послал, да? Чушка, блин. Ну-ка, иди сюда, ты, блядь. Очкарик ебаный. Сейчас мы твои очки тебе в жопу засунем. Быстро. Исследователь хуев, блядь. Раньше надо было, блядь. И не тогда, когда мы уже ему пизды разок вломили. Так, задание выполнено.
Так, что мы получили? Там. Не туда такой. Так, получили мы новый предметик. А, он, кстати, будет просрочен, но у нас не навечный. Я почему-то думал, что это будет навсегда. Надеялся. Игровое обучение. Киви. Экипируйте и используйте старатель хаоса Айши специально определенных мест, чтобы найти цели исследования. Вы можете разместить на 3 старателей хаоса Айши одновременно. Если вы разместите 4, то первое размещение в МСО будет автоматически убрано. Если у нас перед вами автоматическое исследование области определенной области вокруг себя, если он уже распределил их. Так, ну допустим, одели мы его. Кстати говоря, вы можете его немножко в описании почитать. Что оно вообще? Старатель хаоса Айша. Удобный прибор. Ладно, прибор так прибор. Эти области... А, нельзя использовать в таком состоянии. Ладно, значит, это, видимо, нужно в определенной местности, правильно? До какого он, кстати, числа будет? 14-11. Эмятно. Так, а что у нас по квесту? Все, что ли? Так, описание событий. Доступно после выполнения всех целей в сборе образцов. Так, это через день, это через 3 дня. Ну, не так долго ждать-то, в принципе, получается. Если через день, то это 2 суток, получается, через 2 дня, да? И потом через 2 дня еще один квест. Вроде бы как я правильно посчитал, хотя, может быть и нет. Так. Что у нас получается? Дальше фаза 1. Зона разведки уже в соборе, зона разведки отмель. Ясно. Дальше уже будет по зонам разведки. Ну ладно, это я буду все, наверное, отдельно записывать, ребят. Поэтому ставь лайк, подписывайся на канал и не пропусти мои новые видосики, нажав на колокольчик. А следующие видосики я, наверное, каждый отдельно сделаю, каждую фазу, чтобы народ не путался. И будем проходить. Чего уж там говорить. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч.